Сегодня речь пойдет о проекте X-Profit. Данный проект на смарт-контракте, и в нем мы будем зарабатывать монеточку BNB. Поговорим всего лишь про один вид дохода, который доступен абсолютно каждым партнерам сразу после регистрации и активации площадок, даже тем, кто не умеет приглашать. То есть здесь на данном маркетинге будет зарабатывать абсолютно каждый человек. Все будет зависеть от того, конечно же, когда человек зайдет и сколько переливов он получит. Сегодня мы разберем, сколько можно заработать с $75 всего лишь на одном виде дохода. В проекте X-Profit предусмотрено несколько источников дохода. Сейчас мы маркетинг полностью разбирать не будем, рассмотрим всего лишь один вид дохода, но кратенько расскажу, какие есть. Да? Что ж, первый вид дохода — это 40% с личных продаж, то есть с ваших лично приглашенных партнеров. Они покупают какую-то площадку, 40% вам сразу начисляют, скупили они площадку за $10, да, $4 в эквиваленте BNB вам сразу начисляются. Важно понимать, что доход здесь идет в монете BNB сразу же на ваш кошелек, минуя проект. Да. То есть смарт-контракт — это перераспределение средств с кошелька на кошелек. Здесь средства не хранятся у админов. Второй — это 2,5% на 10 линий в глубину с переливов и с лично приглашенных. То есть доход X51 или 5100%. Этот вид дохода мы с вами и будем разбирать, сколько же можно заработать с $75, да, зайдя всего лишь на 4 площадки. Следующий вид дохода — это бонус с 3 поколений партнеров. С первого поколения, то есть с ваших лично приглашенных, это 5% от их продаж. То есть они привлекли партнера, да, тот купил площадку, партнер заработал, вы заработали 5% от его дохода. Бонус второго поколения — 3%, и бонус третьего поколения — 2%. На самом деле данный бонус очень хорошо подойдет лидерам, и здесь заработок просто офигеть какой большой. Сейчас расскажу небольшую историю про бонус трех поколений. Все же надо немножечко рассказать, да. Когда Илья Ладонин привлекал партнеров, да, он разговаривал с человеком, у которого в каком-то предыдущем проекте была база более 500 000 человек. Я уже не помню, какой там оборот был в деньгах, но с данной базы тот человек, тот партнер заработал что-то в районе $1 миллиона, или может чуть больше. И когда Илья Ладонин презентовал маркетинг данного партнеру, они вместе посчитали только доход вот с бонуса трех поколений 5.3.2. А данный партнер с такой же базой, с таким же оборотом средств сделал бы не $1 миллион, а $80 миллионов только по третьему бонусу, да, с трех поколений, не считая второго бонуса, первого бонуса и бонуса бесконечности, который просто в 1000x увеличивает наш доход. Понимаете, какая прибыльность в данном проекте? То есть для лидеров это очень-очень крутой проект, в принципе, так же, как и для людей, которые не умеют привлекать партнеров. Что ж, поехали дальше, как раз посмотрим, что же ждет партнеров, которые не умеют привлекать. Доход X51 при заполнении 10 линий в глубину. Мы знаем, что у нас по структуре раздается 25% на 10 линий в глубину, да, 2,5% с каждой оплаты идет вам, с тех людей, которые встают ниже вас переливом или, в принципе, личники, да, тут не важно. X51 мы зарабатываем. Площадки у нас начинают с $5, и каждая последующая площадка умножается на 2. Всего площадок здесь 15, крайняя стоит $80 000, чуть больше $80 000, да, в эквиваленте BNB. И я представил пока что только 4 площадки, сколько можно заработать с 4 площадок. Всего в общем, да, 5, 10, 20, $40, это получается $75. С первой площадки мы зарабатываем, если заполнится полностью структура, да, в 10 линий в глубину, принесет нам $5, $255. Площадка за $10 принесет нам $510, площадка за $20 принесет $1020, и площадка за $40 принесет $2040. Итого получается $3825 при 100% заполнении структуры на 10 линий в глубину. Реально будут зарабатывать деньги партнеры проекта X-Profit, особенно те, кто зайдет на старте. И важно понимать, что на старте нужно заходить на как можно больше площадок. А сейчас мы рассматриваем вариант, заходя всего лишь на 4 площадки.
И, конечно же, 3825 долларов с 75 долларов это очень круто, но давайте побудем немножечко скептиками и в каком-то смысле даже реалистами, потому что чем дальше от старта пройдет времени, тем медленнее будет заполняться структура в 10 линий в глубину. И насчет этого давайте посмотрим, что же будет с теми партнерами, которые зайдут значительно позже, и рассмотрим, что такой вариант, что мы зарабатываем всего лишь 30% от тех 100. Получается такая система, что с 5 долларов мы заработаем 76,5 долларов, площадка за 10 долларов нам принесет 153 доллара, за 20 долларов 306, за 40 612. И в общем это получается 1147 долларов при 30% заполнении структуры. И на старте вот эти 30%, в принципе, они закроются у многих очень быстро. При полном заполнении структуры 3825. Но давайте снизим еще планочку доходности. Допустим, это будет 15%. Площадка за 5 долларов принесет 38, потом 76, за 20 153 и за 40 306 долларов. Всего мы получим 75 долларов 573% при 15% заполнения структуры. То есть даже при 15% заполнении структуры мы будем в хорошем плюсе. 75 долларов и 573 доллара. То есть, грубо говоря, наши доходы увеличились в 7,5 раз примерно. И давайте теперь посмотрим, что будет, если мы заработаем всего лишь 5%. Закроем 5% структур. Получится у нас 5 долларов принесет 12, 10 25, 20 долларов принесет 51 и 40 долларов принесет 102 доллара. То есть даже 5% заполнение структуры нам принесет X. То есть 75 долларов принесет нам 190 долларов. Это больше, чем в 2,5 раза, да, уже получается. И это всего лишь при условии, что мы заходим на 75 долларов. Но давайте сделаем так, что мы заходим на 5 площадок и тратим не 75 долларов, а 155 долларов. 155 долларов это, ну, чуть больше 10 тысяч. Итого, если мы закроем на самом старте, да, когда закроем полностью 10 линий, то есть у нас закроются все места на 10 линиях, это около 2000 человек, 2000 с чем-то человек, там 2050. В структуре должно быть приливами. И давайте даже вспомним того партнера, у которого структура более 500 тысяч человек. Как думаете, как быстро закроются 10 линий у тех, кто в самом верху? Я думаю, очень быстро закроются. Тут даже к бабке не ходи, и таких партнеров в данном проекте будет очень много, потому что проект реально очень крутой и доходный, и рассчитан на множественную аудиторию, то есть на аудиторию с разными возможностями. И здесь на слайде мы видим, что если зайдем всего лишь на 5 площадок на 155 долларов, при 100% заполнении мы заработаем 7905 долларов. А это уже более 580 тысяч рублей. То есть более полумиллиона рублей с 10 тысяч рублей. Да, может там сколько там 155 долларов. Я думаю, это очень круто. Но давайте опять же будем скептиками и посмотрим, что же будет, если мы снизим планку до 30% закрытия структуры. Мы получим 2371 доллар. Со 150 долларов 2371 доллар. То есть это в 30 раз больше. И это всего лишь с одного вида дохода, пассивного дохода. Дохода с переливов здесь, в принципе, даже делать особо ничего не надо. Просто зашел вовремя в нужные площадки. Чем больше площадок мы покупаем, тем больше, соответственно, доход по именно данному маркетингу. Именно этому доходу 2,5% с 10 линий в глубину. Ни один проект на смарт-контракте такого нам еще никогда не предоставлял. Маркетинг подробный, полный под этим видео от основателя компании.